Наша Оля, мы ей шили вот такой трехъярусный сарафан. Посмотрите, какой он у нас замечательный, кружитёленько. Вот так мы его любим. Вытянутый прямоугольник у нас создается. Никакой полноты у нас не видно. Три яруса юбочки. Как шить, тоже обо всем рассказываю. Поворачиваюсь еще раз, Оленька. Посмотрите, какая красота. Вот легкая, удобная, шикарная на такую жару и на наше лето платье получилось. Из чего оно, Оля, сделано? Хлопок. Хлопок. Тоненький какой-то хлопок обыкновенный. С набивными мушками. С набивными таким рисуночком жаккардовым слегка. Вот такая чудесная вещь у нас. Ну, тут выточка может быть либо здесь, да, либо здесь, ну, либо где хотите, может быть, выточка. Тут застежка может быть, может не быть, как угодно. Неважно. Вырез можно делать вот такой вот маечкой, открытый какой-то сарафан делать, вот такую вот историю здесь делать, тоже получится очень красиво. Можно тут чашечки делать какие-то, как корсетные изделия делать. Вот, то есть неважно, как лиф оформить. Сейчас речь идет о том, как рассчитать вот эти штуки. Давайте прям тут и напишем. Значит, обычно это все у нас прямоугольники. Вот это прямоугольник, вот такой вот прямоугольничек нарисуем ему, да? У него в длину будет 70 сантиметров, имеется в виду два слоя всегда. То есть на круг это 140, 70, потому что ткань лежит в два слоя. Мы когда ее кроим, она у нас лежит в два слоя. А вот этот вот, он у нас в полтора раза должен быть больше. Так, рисую не в полтора, не соблюдая. Но тем не менее, 70 плюс 35 получается 105. То есть примерно 100 сантиметров можно взять вот этот вот в длину. И третий, вот этот у нас, да, хвостик, он должен быть. Коэффициент везде у нас, коэффициент полтора. В длину, если здесь 100, значит, здесь должно быть в полтора раза больше. 100 разделить на 2 будет 50, значит, здесь будет 100 и 50, 150. Вот и все. Значит, 70, 100 и 150. Фактически эти цифры безразмерны. То есть разные мы шили вещи, худеньким, полненьким, но всегда длинные. Особенности вот этих вот историй в том, что они должны быть длинные. Как посчитать эту длину? Например, вот эта кокетка под грудью, то есть талия, как в нашем, вот в этом случае, она завышена. Насколько завышена? Иногда завышали на 5, на 7 сантиметров, да? Ну, или на 10 редко, потому что некрасиво получается. Надо от точки С пониже отойтись, чтобы талия все-таки была видна и была читаема вот эта талия у нас, да? Кстати, мы шили вот такие вещи, по талии в обтяжку не делали. Прибавка по талии у нас была очень большая, сантиметров 4-5 была прибавка, чтобы ни молний никаких не было, ни замков никаких не надо было делать. Ну, хотите маленькую талию, делайте маленькую. Мы делали, вот я рассказываю так, как мы чаще всего делали, легкое, свободное, хорошее изделие. И не забывайте, что вам нужно к талии прибавить. Когда рассчитывать, я теперь буду говорить про длину вот этих вот, в длину, как их рассчитать. Ну, допустим, какой мы с вами возьмем? Нам надо длину изделия от талии вниз взять, скажем, 85 сантиметров в готовом виде. Это достаточно большая длина. А дальше посмотрите, вот это расстояние у нас 5 сантиметров. Значит, вся юбочка, все три вот этих кусочка должны будут быть, длина вот этих вот кусочков у нас будет 85 до 5. И получается 90 сантиметров. Я вам даю такой пример, во-первых, удобно считать, но во-вторых, часто вот на эти цифры мы именно и конкретно ориентировались. Тогда смотрите, что вы делаете. Чтобы опять же был ритм, чтобы было красиво, чтобы было эффектно. Вы вот эти 90, значит, вот если это ширина одного клина, вот так вот, ширина, вот в эти стороны мы возьмем, да,
то вот так мы возьмем длину. Длина. Длина – это как бы, ну, высота, что ли, да, одного клина. Я сейчас говорю про длину. Про ширину я уже все рассказала. Так вот, длина. Длина одного клина будет 90 разделить на 3, потому что у вас их 3. Получается 30. Так вот, смотрите, что вы делаете. Вот этот делаете на 30 в длину, ну, плюс припуски. Полтора и полтора – это 33 в крое у вас будет. Вот этот делайте больше, а вот этот делайте меньше. Насколько больше или меньше? Ну, например, сантиметра на 3. То есть берете цифру 3, можно 4 взять сантиметру, 5, 10 – это уже будет многовато, конечно, да? И вот этот я сделаю, 3 сантиметра взяла, сделаю здесь 27, да, в длину. А вот этот сделаю 3 плюс 3, 30 плюс 3, 33 в длину. И посмотрите, какой красивый ритм. Здесь поуже, здесь пошире, а здесь еще шире. И шире, и в ширину, и в длину. И получается очень-очень, поверьте, красиво. Вот одно дело сделать вот эти все три одинаковых, вроде голову не морочишь ничем, да? А тем не менее получается эффект разный. Вот такое именно решение появляется, и гармония, и красота какая-то особая, и шик какой-то необычный. Из каких мы тканей бы вот это ни делали, всегда получалось просто-просто великолепно. Можете воротнички добавлять, можете халатиком делать, застежки добавлять вот сюда уже, но планку делайте общую, такую приточную желательно, чтобы она у вас толщину вот эти убирала. Ну и мы модифицируйте уже как-то вот эти платья. Все равно скоро лето, и все равно нам понадобятся вот эти теплые, вот эти вот интересные наши летящие, какие-то струящиеся вещи. Они как хороши в однотонной ткани, вот чисто белая, например, у Ангелины было, да? Так они хороши и в каких-нибудь розочках, цветочках. Там не очень видно вот этих всех подрезов, но все равно оно смотрится хорошо. Вот это мы ответили на один вопрос.